Сегодня 8 июля. Всем привет. Вот моя теплица. Перчики растут. Сегодня снял огромный материал белый. Перцы уже попривыкли, сейчас уже не погорят. Да, такой формы у меня еще не было. Тут рос. Удавочка. Еще один похудлый скорпион. Да, тут у меня перцев намного больше. Семь. Десять, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. 30. Он уже такие большие вымахали. Круто. Это у нас каракин скорпион. Растет. Перчик был вот такой синий. О, не больше. Это еще 2-3 июня был вот такой. Да, быстро пошел в рост. А вот у нас Prima XBT. Тоже небольшой кустик, но перцев тут дофига. Вот лишние листья. Пасынки все это обрывать. Вот он. Самый крупный перчик. Класс. Потихонечку. Тоже походу это, да, какой-то странный перец. Не Каролина Рипер. Вот.
что стоит над морогом красный. Плечики пошли мимо. А это вот Тринидад Скорпион Ларж. Пока только-только начал завязываться. Там еще не видно, но... Морога зеленый. Тринидад Шоколад. Нага Випер. Прям да, фигачи тоже не по-детски. Там Нага. Под Бургунди. Куст. Симпот. Эвергрин. Бери. Неплохо, очень даже неплохо вяжется. Большой куст второгодник симпот бежевый. Вон сколько у него перцев, тьма тьмущая. Круто. Сорт заказывал поставщика, но мне вместо какого сорта точно я уж сказать не могу, прислал вот симпот бежевый. Ну, прикольный аромат, вкус такой нежный, да, и острый одновременно. Круто. Это у нас симпот желтый. Это я вот верхушки у них обрезал. Что-то да. Прет вверх. Но с перцами пока еще никак у них. Так вот, теплица, 8 июля, 2021 год, город Полевской. Всем пока.